Какое шикарное солнышко светит, так что давайте, сегодня, 17 августа 2018 года, я начинаю свой челлендж в 365 дней каждого дня бега. Каждого дня. Это будет своего рода мотивация на здоровье, на здоровый сон, на правильное питание, потому что без правильного питания сложно это вывести. Так что присоединяйтесь, это кардионагрузка, мы будем все худеть. Я еще планирую ходить в тренажерный зал параллельно, так что я буду себя держать в форме, подкачиваться и бегать каждый день. В зной, изнуряющую жару, дождь, снег, туман, ливень, землетрясения, снегопады. Каждый день, несмотря на погоду. Но если будет прям жестко, то можно идти в тренажерный зал, даже никто не заставляет бегать постоянно по улице. Бег заключается в том, что нужно каждый день бегать везде. Присоединяйтесь. Привет! В этот замечательный вечер за окном льет дождь, я хочу с вами немного поговорить. 9 дней назад я устроил себе челлендж, 365 Days Running Challenge. Я увидел его у зарубежного ютубера, в рекомендованных у себя. Канал называется Kellogg Good, я оставлю ссылочку в описании. И я загорелся идеей тоже повторить бег 365 дней. Знаете, сегодня был один из самых тяжелых дней. Я могу предположить, что еще что-то меня там может сломать, но сегодня был один из таких первых звоночков, с которым нужно поработать. Я почему-то в середине дня поймал себя на какой-то негативной эмоции, и она полностью меня поглотила. Я в течение 2 часов просто лежал на диване, не двигаясь. Возможно, я уснул даже. Я просто не помню, как что произошло. Я проснулся и понял, что так нельзя себя запускать, так не должно продолжаться. И я просто встал. Ну, слышите? Пошел, поел, попил зеленого чая, и мне стало легче. Вот. А потом я пошел на пробежку. Бег очень помогает. Он помогает сконцентрироваться на своих мыслях. Он помогает прорабатывать вот этот негатив. Если вы не видели предыдущий ролик, я оставлю его ссылку в описании, то я бросил вызов, подобный вызов своей подруге Алене. У нас было условие, что за 7 дней она должна бегать 2-3 километра. Она достаточно хитрая. Она молодец в этом плане. Я не обговорил многих нюансов, но она сказала, что она не будет их применять. Там жульнические такие моменты. То, что это будет все честно, на доверии. Так что я верю в тебя, Лен. У тебя все получится. У нее 3-й или 4-й день уже идет. А может даже 5-й. Она с понедельника начала. Да, значит, у нее 5-й день. Этот ролик будет достаточно коротким, я надеюсь. Как вы могли, кстати, тоже заметить, я стараюсь выкладывать ролики каждый день. Набираю обороты. Моя радость и беда, Кузя. Моя радость и беда. Он вернулся. Он приехал с дачи. Все, Кузь. Я люблю тебя, но ты задолбал меня за сегодня. Вернемся к вызову. Поставьте лайк, если вы тоже одобряете что-то подобное, эксперименты над собой. Это, знаете, там, не набитую татуировку вслепую, там, пирсинг и так далее. А вызов, он связан с какой-то спортом, что в последующем дает какие-то тебе преимущества в плане здоровья твоего, ощущения внутреннего, гармонии, радости, счастья. Вот, поэтому поставьте лайк и напишите в комментариях, какие вы себе делали вызовы, какие кидали вам вызовы. Может, вы что-то начинали помимо вызовов, там, в тренажерный зал. Также начинали просто бегать по утрам, по вечерам, какую-то маленькую, маломальскую дистанцию, качать пресс. Я все это тоже проходил, начинал, что-то продолжаю, что-то отбросил. Так что напишите в комментариях, мне будет приятно почитать, я отвечу на все. Тоже буду делиться своими эмоциями, ощущениями. Так что, до скорой встречи.